Кто такой Стрибов? Стрибов – это бог, который, скажем так, все его знают как отца ветров. Четыре ветра являются его детьми, и все движение масс воздуха происходит от стрибожичей, детей стрибожек. Однако ветер – это не все аспекты проявления стрибова. Вообще, стрибух является покровителем всего движения, всех перемен, всего того, что меняется в этом мире, в том, что нас окружает. От него происходит от имени стрый, это более древнее имя стрибуха, происходит название стрелять, стремительный, стремление, страсть. То есть все то движение, то, что движется. Под властью стрибога еще находится передача знаний из мира праве в наш явный мир. Как раз вот в момент подросткового, то есть ранний подростковый возраст, это период, когда человек еще и активно учится, активно познает этот мир для того, чтобы лучше в нем с ним житься и лучше войти в этот мир.